Всем-всем огромный привет! Прошло 10 дней, как я обещала потестировать продукты из интернет-магазина «Косметика Крыма» и рассказать свое мнение. С огромным удовольствием все 10 дней я их тестировала, но на самом деле то, что касается тела, эти 4 продукта я тестировала 4 раза, а вот 2 продукта для глаз я использовала 2 раза в день, утром и вечером. Давайте я начну с тела. Первое, хочу на что обратить внимание, это скраб. Скраб масляно-солевой, фруктовый. Очень приятная вот такая бабочка, которая меня прямо очень впечатлила. Вся информация, которая есть по скрабу, то есть если взять вот баночку, на ней нет никакой информации, только исключительно в ней скраб и вот название. Поэтому вся информация содержится на коробочке, я ее поэтому и сохранила. Давайте еще раз я вам покажу состав. Действие можно поставить на паузу и также применение. Сразу тоже хочу обратить внимание на применение. Бывает такое, что сначала мы любим себя скрабировать, а потом мыть тело гелем для душа. Нет, здесь вы сначала моете свое тело, а потом скрабируете, причем чтобы маслу дать впитаться, подержать нужно на теле 3-5 минут, а потом уже смыть. Что касается скраба, так как он солевой, то он такой конкретный. Если у вас чувствительная кожа, не подойдет, но если вы любите делать скрабом и массаж, и очищение, то это супер средство. Оно скрабирует отлично, вы выйдете прямо как после парной, будете розовые и довольные. Не знаю, меня настолько он бодрит, я любила им пользоваться до обеда. Выходишь прям посвежевшая, помолодевшая и готовая к новым подвигам. За 4 раза я использовала почти весь, осталось мне вот еще на один разик, на 5-й. И я не скажу, что я прям сильно транжирила, то есть, ну вот, сколько необходимо было, чтобы нормально поскрабировать свое тело, чтобы был эффект массажа. Аромат у него очень приятный, пахнет персиком и абрикосом, кажется. Да, абрикос и персик, тут и заявлено так. Аромат очень приятный, нежный такой, классный. Ну и скрабирование замечательное. По скрабу, так как в нем масла, по сути, после него ничего на тело наносить и не нужно, потому что тело и напитанное, и увлажненное, и прекрасно себя чувствует. Но я все-таки использовала оба крема суфле. Первое для тела, а второе для шеи и декольте. Вот давайте начну с первого крема, который идет для шеи и декольте. Использовала я его тоже 4 раза, но так получилось, что как-то все одновременно. Вот такая интересная у него консистенция. Действительно, это текстура суфле. Видите? Распределяется оно, так как это натуральный состав, не быстро. Вот сейчас вы увидите. Видите, как будто я немножко катаю его. Так происходит всегда, когда натуральный состав. Но потом быстренько оно так раз и начинает впитываться, исчезать. И после, например, моего скрабирования, вообще после любого скрабирования, даже если это скраб без масел, а просто вы себя поскрабировали, такое суфле очень классно наносится на тело. Оно прекрасно впитывает, увлажняет. И мне показалось, что даже неплохо питает кожу. Вот, смотрите, все впиталось. И после скраба, вот то, что оно, может быть, не мгновенно впитывается, это хорошо, вы как бы продолжаете массаж и вот нежно-нежно свое тело массируете так вот до полного впитывания. Понравилось. Я наносила на шею и декольте, ну вот где оно заканчивает, ну включая грудь, если уж так прямым языком. Его хватит на очень долго, тут 150 миллилитров. Написано, сделано в Крыму, не тестируется на животных и нет никаких СЛС, парабенов. Давайте я еще раз покажу все, что касается информации по этому продукту. Единственное, что я не смогу описать в обоих средствах ароматы. Всю семью я свою терроризировала, скажите, чем пахнет. Вы знаете, если вот
коротко, то, наверное, я бы назвала оба аромата, вот и в этом, и в этом суфле, наверное, специфические. Как будто нет парфюмированных отдушек там, а вот что натуральное туда входит, вот это и пахнет. На мой, например, вкус здесь пахнет аромат, знаете, он не неприятный, он такой какой-то интересный, но не свойственен суфле. Если здесь заявлено, что входят виноград, виноградные косточки, масло, но виноградом не пахнет. Для меня каким-то, не знаю, маковыми булочками, что ли. А у меня ребенок сказал, гречкой пахнет. В общем, вот такое восприятие было. Но по действию оно классное. Сама упаковка, ну, шикарная. Очень приятно. И оно стоит. Даже у меня подруги приходили, машинально брали в руки, крутили, вертели, смотрели, нюхали. Потому что и глаза, и руки прямо тянутся к такой упаковке. Дальше крем-суфле для тела идет увлажняющее. Давайте я вот там сказала вам, виноград, виноградные косточки входят. Тут экстракт инжира ялтинского, масло граната и экстракт алоэ входит. Это уже я наносила, кроме области шеи и декольте, на все остальное тело. Также 4 раза. Расход уже идет побольше, потому что тело у меня сейчас не хрупкая, не маленькая, поэтому и средства надо побольше. Но знаете, вот по текстуре они очень-очень похожи. И мне кажется, что вот это тоже можно также на все тело. Ну, омолаживание, увлажнение, по сути, они работают одинаково. Давайте я вам вот здесь покажу уже. И точно так же впитывается не быстро, не сразу, немножечко вы как бы видите, опять начинается. Как бы катаете, и потом оно раз, и все пропало, все куда-то впиталось. Здесь тоже аромат, он такой поприятней, наверное, пахнет инжиром больше. Я не очень помню, как пахнет инжир, но я бы не назвала оба аромата прямо вау, цветы или там пряники, нет, вот обычные такие. Но по действию очень хорошие. Например, вечером я применяю это средство, утром тело нежное, напитанное такое. То есть вы чувствуете, что увлажнение до сих пор есть и работает. То есть вот в жару оно не настолько легкое. То есть это не как молочко, оно ближе как бы к крему идет. Поэтому на жару я бы, может быть, даже если только сухая кожа. Либо после загара классно тоже будет работать, увлажнять будет и немножко питать. Все, наверное, поэтому тоже в целом понравились. И зимой для сухой кожи, мне кажется, тоже эти оба средства подойдут. Единственное, вот скраб, я еще раз повторю, он для чувствительной кожи не подойдет. Нужно, он такой конкретный. Но переходим к глазам. Взяла я два продукта. Первый от Крымской розы. Это крем для кожи вокруг глаз, питание и лифтинг. А второй, наверное, как вам поближе покажу. Он идет от темных кругов под глазами. Охлаждающий гель для кожи вокруг глаз. И у него вот такое вот обещание. Тут уже косметика царства ароматов с протеинами шелка. Давайте я начну вот с этого геля. Я думаю, что с темными кругами он, знаете, как борется. Благодаря тому, что... Ну и состав у него хороший. Так, у меня еще ногти до сих пор в суфле. И состав у него хороший. И благодаря вот этому шарику идет такой приятный-приятный охлаждающий эффект. Вот видите, ощущение такое. Ну, действительно, тут гелевая штука. Ну, средство, правильно, если говорить, средство. За 10 дней, в общем, наносила я сначала вот это, и через 2 минуты наносила крем уже. Крем, сейчас я тоже сразу покажу, какая у него консистенция, и потом расскажу про результат. Вот одного такого нажатия много на 2 глаза. Поэтому я старалась, вот сейчас я много выдавила, я старалась в половинку только нажать и остановиться, потому что перебор. Аромат у геля обычный, у крема роза, аромат розы потрясающий.
Вот сейчас я его буду так вот распределять, и вы увидите, как он тоже становится такой, видите, как гелевый. И наносила я, вот как я и сказала, сначала шариком делала, как массаж вокруг глаз, так охлаждающе, приятно было. А потом наносила вот этот вот крем, и вот такая влага оставалась. Ну а через полчаса ничего уже не было. То есть наносила специально побольше, чтобы, ну как лечение что ли, как маску, вот не знаю, почему-то так мне хотелось. Не знаю, насколько уж сильно я тут освежила свой взгляд за 10 дней, которые я использовала. Но как работают, мне понравилось. Естественно, что проблемы я не убрала полностью. Это невозможно. Во-первых, у меня возраст. Во-вторых, если мои темные круги под глазами брать, то они связаны с состоянием здоровья. И тут надо лечить причины, а не последствия, да, то есть круги это последствия. Но в целом освежение было. Я эти средства выбирала на сайте, у них такой раздел есть «Лидер продаж», и мне понравилось. Если ваша кожа от 20, ну не кожа, а ваш возраст от 20 до 35, я думаю, что вообще классно. Если вы будете ожидать после 40 прям супер результат, ну конечно нет. Они будут просто увлажнять, питать и немножко ухаживать, освежать. Ну, слегка. Вот. Чудес, диких чудес не будет. Состав я, конечно, показывала прошлый раз. Но давайте я еще разок покажу. Если вдруг кто-то первый ролик не смотрел, я вот так поближе все покажу. Ссылки я обязательно на все средства снова оставлю. И также оставлю ссылки на свой первый ролик, где я показываю распаковку. Вот. И давайте тут тоже покажу. Советовать или нет я не буду, вы уже сами решайте, надо, не надо. Но вообще я советовала бы пройтись по сайту, там очень много всего интересного. И возможно вас заинтересует не то, что выбрала я, я-то брала по своим потребностям. Может быть вас что-то заинтересует интересное, другое. Поэтому если что-то возьмете себе, пишите, мне интересно будет узнать, что пришло вам, что заказали вы. Вот такой состав. Ставьте на паузу, если вдруг чего-то не видно. Ну, я думаю, тут видно. И вот хочу вот здесь показать тоже информацию, что входит и как, насколько это все полезно. Вообще очень много на сайте всего интересного. Глаза у меня разбегались. Трудно было остановиться на чем-то одном. Я еще потом себя урезала. Вот видите, тоже обещают вот такие обещания. Ну и последние сладости, которые я брала. Крымский десерт. Тоже хочу по нему оставить небольшой отзыв. Ну, во-первых, сама упаковка для меня это прям напоминание, как будто я в Крым съездила и с сувениром вернулась. Десерт тут каждый, ну как, можно назвать это конфеткой, я не знаю как. В общем, каждая вкусность своего вкуса и аромата. Каждая не похожа на следующую. Есть достаточно вкусные, есть то, что пришлось даже выплюнуть. Например, у нас вишня с корицей не пошла, не понравилась. Но были те, которые, например, молочный пудинг был очень вкусный. Но я бы советовала попробовать, особенно если учесть, что это натуральные десерты, натуральные сладости. Так, сейчас я открою, покажу вам тут. Осталось совсем чуть-чуть, практически мы все скушали за 10 дней. Ну, вот так они выглядели. И все они были разноцветные, и по-разному выглядел каждый десертик. Ну, интересно. Тут написано, что пониженное содержание сахара и натуральной сладости. Если вы, например, на диете или как-то ограничиваете себя в сладком, то это неплохой вариант. Можно попробовать. К нему можно привыкнуть, если вдруг не все сразу понравится. Ну и просто попробовать, какие же сладости делают в Крыму. Все. Все, что могла, рассказала, показала. Проходите по ссылкам, уже знакомьтесь дальше сами. Например, если брать даже крем-суфле, их там, например, 3, по-моему, варианта. Поэтому вам может что-то другое понравиться.
Я выбирала это. Ну, все, с удовольствием дальше буду использовать. Более подробный отзыв или если что-то еще у меня добавится к отзыву, я уже в пустых баночках расскажу. Ну, а сейчас, наверное, со всеми вами прощаюсь. Спасибо огромное за внимание, за просмотр. Всем до новых встреч и всем пока!